Всем привет! Продолжаем рассматривать работы художников. Мадонна с младенцем Лука Делла Робби или Андреа Делла Робби около 1470 года. Глазурованная терракота майолика 73 на 51 и на 11. Лука Делла Робби был первым из воятелей, прославившим свое семейство. Мастер работал с бронзой и мрамором, однако наиболее известен благодаря обращению к глазурованной терракоте при создании скульптур. Техника майолики изобретена не им, однако он значительно усовершенствовал ее добавлением в состав глазури окиси меди. Формулы держались с семьей Делла Робби в строжайшем секрете. Андреа приходился племянником Луки. Переняв навыки дяди, он продолжил его дело. Как и в случае с данным рельефом, исследователям часто бывает сложно определить, кто именно из Делла Робби создал то или иное произведение. Большая часть работ – небольшие станковые рельефы с полуфигурными изображениями. В них преобладает белый и голубой цвета. Изображение Мадонны с младенцем – это излюбленный сюжет Делла Робби. Подобные, наполненные истинным очарованием творения, становились украшением домов состоятельных флорентийцев. Блестящая гладкая поверхность рельефа особенно хорошо выглядит на голубом фоне, который в сочетании с облаками в нижней части произведения символизирует райские небеса. Ну вот такое описание к работе «Мадонна с младенцем» приписывает эту работу художникам Лука Делла Робби или Андреа Делла Робби около 1470 года, майолика, я нашел в интернете. Текст по книге «Великий музей мира». Пока-пока, до свидания.